Молодые профессионалы СВФУ продолжают соревнования в отборочном туре WorldSkills. Второй день участники вузовского чемпионата часами трудятся над заданиями. Не только ради участия в финале, но и для получения новых знаний и навыков в своей будущей профессии. Марьяна Кутукова продолжит. Студент третьего курса физико-технического института Алексей Григорьев – один из семи участников чемпионата в направлении инженерный дизайн. В этой компетенции задания приближены к технической отрасли. Отборочный тур для Алексея – второе участие в WorldSkills. Этой весной он соревновался в региональном этапе и получил колоссальный опыт. На этот раз он намерен попасть в финал. Занимаемся 3D-моделированием всеразличных деталей, объектов и так далее. Ну, например, сегодня конкретно нам дана сборка, получается, квадрокоптера. Мы должны заменить несколько деталей, поменять корпус и все заново собрать, сделать анимацию и фотореалистичное изображение. Всего в отборочном туре 4 направления: инженерный дизайн, веб-дизайн и разработка, программные решения для бизнеса и туризм. В последней компетенции студенты выполняют задания, соответствующие профессиональным стандартам менеджера по туризму, формируют пакетный тур, продвигают туристский продукт и разрабатывают турмаршруты. Менеджер у нас вот в восприятии считается, ну, такое вот непонятная специальность. На самом деле менеджер, он должен уметь очень многое. Да. Это вот и коммуницировать с клиентами, это также знать основу продвижения турпродукта, это формировать новый турпродукт, это нужно изучать потребности клиентов. Да. Также он должен уметь делать бизнес-проекты под новые маршруты. По правилам задания становятся известны только после вскрытия конверта. На их выполнение участникам дается 6 часов. Условия работы не как в обычных олимпиадах, где стоит строжайшая тишина. Чемпионат напоминает офис, где бурлит творческий процесс. Для участника это дает в России трудоустройство раз, для рабочего специалиста. Для инженера это квалификация показывает. Ну, то есть я смотрю, принимаю работу молодого инженера, который только-только закончил университет, закончил бакалавриат, я смотрю по компетенциям. Если он, уже будучи студентом, доказал свою профпригодность, а стандарт ставится по индустриальному уровню, соответственно, получается, я уже понимаю, что передо мной человек, который умеет работать. Так что для участника это сплошные выгоды. Итоги отборочного чемпионата Северо-Восточного федерального университета молодые профессионалы будут подведены завтра. Победители 4 компетенций поедут в Москву, где в конце этого года пройдет финал всероссийского межвузовского этапа WorldSkills. Марьяна Кутукова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.